Осенний призыв продолжается. В Алекминске вчерашние школьники пополнили ряды российской армии. Подробности в нашем следующем сюжете. Пока эти команды ребята слышат не в свой адрес, да и дальнейшее выступление не совсем полно отражает реалии службы в армии. Но уже на днях эта группа выезжает к месту прохождения боевой службы. Напутствие стало хорошей традицией. Сегодня еще гражданские мальчишки с особым вниманием слушают выступающего. Он совсем недавно вернулся, достойно отслужив. Уже в завершении Юрий поделился. Первые дни было не то что сложно, непривычно. Сейчас скучает. Да, были же, да, такие же ощущения, был страх какой-то. Но все быстро прошло. Когда уже в часть приехал, с ребятами быстро познакомился. Главное иметь много друзей. Вот эти колонки, а можно вот. И все будет дружно ходить, все будет хорошо. Было очень интересно. Самое печальное, когда домой уезжаешь, прощаешься с ребятами. Очень тяжело прощаться. А так служба прошла очень замечательно. Разительное отличие от тех лет, когда службу воспринимали скорее с тоской. Эти ребята весьма позитивно относятся к предстоящим испытаниям. Отлично, закончил высшее учреждение и захотел сходить в армию. Ну, поустройство на работу необходимо и вообще для себя, как бы, еще со школы, ну, было желание сходить именно в армию, отдать долг родине. Совсем не зря уже в форме этот еще одиннадцатиклассник. Хотя до службы у него есть время, целый год, он готов встать в общий строй. Я как бы горю желанием вот пойти в армию. И всегда, ну, с детства уже. И все, и всегда хотел, получается. Мне это нравилось. Елена Фаст, НВК Саха, Алекминск.